Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, что подруга автора значит, уговаривает забеременеть. Делает это довольно-таки навязчиво. Вот, делает это довольно-таки агрессивно. И автор вопроса спрашивает о том, о чем может говорить такое отношение. Я, вы знаете, думаю, что не очень хорошо с точки зрения психологии нам вот как-то обсуждать третьих лиц. Я думаю, что психолог не может этого делать, не может обсуждать третьих лиц. Вот. Поэтому я хочу обратиться к вам, и чтобы вы задали себе несколько, на мой взгляд, важных вопросов. Первый вопрос. Значит, как вы реагируете на то, что говорит ваша подруга? Второй вопрос. Для чего вы, ну, условно говоря, с ней до сих пор, ну, общаетесь, да? То есть, ну, на что вы рассчитываете, да? Вот, на что вы надеетесь и так далее. Вот. И, соответственно, как вы обращаетесь вот с той, ну, с той реакцией, да, которая у вас есть на вот то, что говорит, ну, подруга. То есть, как вы думаете, слышит ли она вас, ну, подруга, я имею в виду, вот, как вам кажется, ну, хорошо ли вам с ней, вот, приятно ли вам с ней, или больше все-таки, наверное, нет. Вот, и как бы вы могли это, ну, ну, выразить, да, как бы вы могли это проявить, как бы вы могли об этом сказать ей, да, вот, если у вас такая, ну, такая возможность, или, как вам кажется, ее нет. Вот, я думаю, что вот на эти вещи, на эти моменты вам нужно обратить свое внимание и поменьше думать о том, чем продиктовано поведение, да, подруги, вот, и побольше думать о том, чего... ну, чего хочется вам, да, вот, как хочется вам, вот, побольше думать именно в этом ключе, на мой взгляд, это куда более гуманно по отношению к вам, нежели то, что а вы сейчас, ну, делаете, вот, по отношению к себе. Вот, конечно, ваша подруга, она преследует какие-то свои цели, и можно, как мне, ну, как мне кажется, можно много гадать относительно того, что стоит за ее, ну, за ее реакцией, да, можно очень много гадать, но, на мой взгляд, ничего хорошего из этого, ну, вообще не,
ну, не получится. Вот. Поэтому я думаю, такой ответ вам можно здесь предложить. Я согласен с тем, что подруга нарушает ваши личные границы. Вот своими, ну, своим поведением. Вот, важно то, согласны ли вы с этим, да, и важно то, как вы, ну, хотите, да, и можете с этим обратиться, вот, потому что, если вы будете пассивно так реагировать или недостаточно четко, вот, то есть вероятность того, что ваша подруга будет, ну будет продолжать это делать, да, потому что вот у нее есть какие-то свои цели, да, какая-то своя заинтересованность в этом вопросе, вот. И она будет, в общем-то, планомерно свою позицию, ну, продвигать. Вот. Ну, не потому что она там, знаете, плохая какая-то, да, и так далее. Нет. А ну просто потому что вот она такой человек и все. Вот. Поэтому вот как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии, позволит вам сформулировать направление для психотерапии, если вы хотите. Вот. А, соответственно, ну, психологи вам в этом помогут. Всего самого доброго, удачи, обращайтесь.